на рассмотрение депутатов городской думы мы выносим предложение о корректировке городского бюджета и выделении средств в объеме практически 60 миллионов рублей на продолжение программы капитальных ремонтов тротуаров и строительства новых тротуаров там, где они отсутствуют и там, где они востребованы. Я бы обратил внимание на несколько моментов. Во-первых, реализация последовательной программы капитальных ремонтов позволила нам привести тротуары в индустриальной части города в большей степени в порядок. И анализ состояния тротуаров на сегодняшний день показывает, что Северный район, микрорайон, Индустриальный район и Зашекснинский район гораздо лучше выглядят, чем Заяграбский район. Александр Александрович, я бы от вас хотел услышать подтверждение, что выбор тротуаров был произведен не только по техническим характеристикам, степени разрушенности, важность с точки зрения эксплуатации, уборки, содержания, но и вот упор именно на общественное мнение. Потому что когда об этом говорю я, это одно. Другое дело, вот, когда техническая служба подтверждает, что в основе решений лежит именно общественное мнение. В этом году весь ремонт тротуаров практически основывался на пожеланиях и мнениях жителей, горожан нашего города. Связано это было с тем, что многие тротуары, которые включены в этот год, это подходы у нас к соцобъектам, это транзитные тротуары, где большое количество. И мы вводили практику, у нас куратор по каждому району, он непосредственно некоторое время стоял, и за период времени проходимость на данном тротуаре в различное время суток он считал. То есть действительно те тротуары, которые выбраны, они подтверждают, что это наиболее востребованные тротуары в городе. Заречье, наш район, это тот район, где хочется отдыхать. Он очень зеленый, очень комфортный. И вот сейчас я смотрю на отремонтированных тротуарах вечером, гуляют, пишут мне, как хорошо стало гулять с колясками. Очень много детей на роликах. И знаете, вот это именно чем ценно, в группе ВКонтакте на встрече люди обращаются с проблемами, они обозначают эти участки. И я сегодня смотрю, вот в плане реконструкции, ремонта тротуаров внесены именно вот эти объекты. И очень приятно, что видят проблемы, которые обозначают жители домов. Например, пробеды 210, было два выездных совещания, это боль жителей, которая выражалась несколько лет. И я смотрю, в 210-й дом включен в программу ремонтов тротуаров. Это говорит о том, что население слышит, население поддерживает. И то, о чем мы говорили, о открытом диалоге между жителями и властью, вот он состоялся, он идет. В 2016 году в Северном районе были отремонтированы тротуары по улице Осинской, Молодежной. Кроме того, сделан прекрасный тротуар по улице Ветеранов в сквере. На одной из встреч с работниками психоневрологического интерната поднимался вопрос о ремонте тротуара вдоль этого интерната. И действительно, эти пожелания трудящихся были как бы учтены. И было очень приятно, когда этот тротуар тоже был отремонтирован.